на конкурс «Дети читают стихи». Целищева Екатерина, учащаяся первого класса специальной коррекционной школы восьмого вида, 8 лет. Мальчик из села Поповка. Самуил Яковлевич Маршак. Мальчик из села Поповки Маршак. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дуса стоит зажмурившись ребенок. Последний гражданин села, испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу и воспалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую у Поповки, и за ребенка на снегу.